кто куда, а я купаться. Ну, пока покажу вам мамины гортензии. Уж больно они красивые. На крыше, правда, там другие цвета есть, более такие насыщенные, яркие, фиолетовые. Вы уже видели фотографии, я так думаю. К великому сожалению, я не могу вам поставить их в формате 4К. Ну, во всяком случае, на YouTube. Все равно буду пережимать, потому что это будет длиться всю мою жизнь. Увы, к великому сожалению, это именно так. Всем доброго дня. Я собираюсь, точнее, я не собираюсь, я уже иду на море. Иду на море. Планирую немножечко поплавать. Самую так малость. 300 метров вольным стилем вряд ли получится, но немножечко проплыву. Может быть, 200. Оставлю Владимира камеру, потом и путь. Все, встретимся на море. А пока вам могу предварительно сказать, я уже точно знаю. Нет, предварительно сказать, но точно знаю. Это от меня опять. Отменятина пошла. Температуру воздуха я сегодня замерял. На пляже Одиссея было плюс 31, там же замерял воду. Было плюс 23 градуса. Поэтому здесь я ничего не замеряю. Сейчас просто покажу обстановочку на пляже и все. Ну, а вы там сами понимаете. Я всегда собираю донаты за такую информацию. Там QR-код. Если что. Все, встретимся на море. О, боже, красивая такая. На море. Ни хрена себе, сказала я себе. Смотрите, сколько народа. Ну, тут детская зона. Я в технической, но там тоже не меньше народа, скажу я вам. Очень даже неплохо. Я никак не ожидал столько народа увидеть в июне месяце. Водичка, ну, вы знаете, все. Ну, не самая чистая сегодня, не самая чистая. Заходить, конечно же, ого-го-го-го. Как интересно, когда ты распаренный с 31 градуса и заходишь в 23, все равно чувствуешь разницу. Ну ничего. Привыкаешь очень быстро, особенно если плаваешь. Но я плавать сегодня не буду, мне не очень хочется. То есть мне хотелось, но перехотелось. Но людей покажу вам счастливых, которые приехали на море. Желтые катамараны. Напоминаю, здесь катамараны по 1000 рублей. 1000 рублей. Все, все водоплавающие вышли. Из воды выходить уже не хочется. Вроде бы, когда заходил, казалось так, знаете, прям холодно. Нет, все нормально, уже привыкаешь. И тебе даже кайфово. Легкая волна. Может поплыть все-таки? Парашют, желтый смайлик пошел. В общем, все классно. Водичка мне нравится. Уже нравится. В принципе, на этом уже можно заканчивать ролик, потому что вы уже все знаете и так. Но я еще посижу в воде. Все, наверное, уже пора мне по утрам плавать больше. Вот сейчас я вот решу от вопросов. И все, и начинаю плавать. А то иначе так не похудею никогда. Ну, какие дела, друзья. Пойду. Ролик длинный делать не могу, потому что грузить будет все долго. Так, а еще же надо к Ольге сходить, точно, еще к Ольге. О, смотрите, волна какая. Иногда может показаться, что большой шторм. Ну, под определенным углом. Ну, по факту это, конечно же, не так. Он без двора плавает. Thank you.
Все, друзья мои, пошел я до дома, как говорится, до хаты. Евгений с супругой трапезничать изволят прямо на пляже в рабочее время. Добрый день. Мороженое сейчас самое то. И покрасим железку. Михаил рассказывает про поездки куда-то туда. А вот наш друг Владимир куда-то делся. Вон он. Народа полно. Девушки какие-то модные такие ходят в одеяниях. Всем-всем привет. Мы вас ждем. Что могу сказать? Море, класс. Зонтики где? Зонтиков пока нет. Все? Будет что-нибудь другое. Маркиза, ну, теперь... Где ты купил эту арафатку? Спрашивали люди, где ты ее взял? Да, ну у меня она еще одна есть. Вообще, если надо будет, я могу их сюда поставлять для людей. Так что напишите, если вам надо, он как бы привезет вам эти арафатки. Будут на продаже. Да. Хорошая вещь, она, кстати, регулируется таким образом, убирается все вовнутрь. И получается, элегантные шорты превращаются в элегантную кепку. Шайка. Ух ты, авто. Так что вот так обращайтесь к Владимиру. Все. Прямые поставки. Из Китая. Из Китая. Сказал бы там откуда? Я там шучу, я не знаю, честно. Это сами шьют ребята. Ты мне не радовал бы, там все такое. Все, пока, ребят, все, а то и так уже длинный.